Привет-привет, доброе всем утро, хорошее настроение должно быть у каждого из зрителей моего канала. Девочки, ловите букетики от меня. Посмотрите, какая красота. Просто супер. Видите? Нет ни одного не раскрывшегося бутона. Слушайте, я просто в восторге от Сан-Франциско. Это невероятный цветун. Нежный. Сильный куст, отменная корневая система, никаких тебе капризов, ничего. Такой красавчик, посмотрите, девочки. Ой, вот свет падает, и повертеть не могу слишком на стойке здесь, но так же хочется его показать. Но такой же он замечательный, слушайте, я не знаю. Никогда раньше я не обращала внимания на этот сорт, пока он случайным образом не появился у меня дома. Вот не знаю. Ничего там такого, знаете, какого-то особенного. Обычная розовенькая орхидея, как мы все говорим, да? Но нет, это не обычная розовенькая орхидея. Это Сан-Франциско. Девочки, кто хочет, чтобы орхидея цвела, радовала, не нервировала в плане ухода. Это, конечно, вот такие сорта. Классика. Уже такая, знаете, как будто специально адаптированная эта классика под наши условия. Вот, ну реально, ничего не могу сказать про него какого-то плохого, пожаловаться, знаете. Единственное, что мне надо его пересадить, у него там еще субстрат от садовника. Удивляюсь, как он все это терпит и цветет. Вот этот цветонос, который там спрятался на 4 цветочка, он уже очень давно распустил свои цветочки. Видите, уже все начинает отцветать. Становится как папирус. Это ответвление от цветоноса садовника. Я ж покупала как сюрприз. А эти два цветоноса, это вот уже у меня. Я себе думаю, ничего себе, наверное, со временем это вообще будет вау-цветение, со временем взросление. Так, вот тут два цветоноса, видите, вот это один, это второй. И вроде как, знаете, по 6 цветочков, да, по 6, но вот так вместе, класс, мне так нравится. Девочки, посмотрите на этого биглипа. Уже в полном распуске. Красавец, красавец. Но у него там что-то мне не нравится, девчонки, видите? Не то вот от света интенсивного от окна, как пожелтение. Мне вот это непонятно. Вот посмотрите, видите, как шейка такая пожелтевшая. Ну, буду наблюдать, не знаю. Но растет новый листик. В общем, конечно, не хотелось бы его потерять. Он тоже, вижу, такой объемно, обильно цветущий сорт. Красавец, красавец, вообще замечательный. Ну и не прекращает цветение бесконечно мною любимый Райенг Принц. Но этот вообще, он нарядный, он торжественный, очаровательный биглип. Ну вот смотрю, надо было его полить вчера. Но знаете, почему не полила? Потому что влажность планировала на сегодня утром полить, но посмотрела на гигрометре больше 70% влажности. Я подумала, ну, воздержимся один денечек. Потому что сейчас, если полить, у него эта избыточная влага может спровоцировать загнивание корневой. Тоже не хотелось бы. В общем, надо немножечко, немножечко подсушим. Там все равно в грунте какая-никакая влага где-то там есть. Ну вот я даже смотрю. Нет, это не испарина. Надо, да, помыть уже, девчонки, вот эти все горшочки. Сейчас он листиками впитывает. Ну, корни там не совсем прям, чтоб сухие. Но все равно воздержусь. Все-таки при повышенной влажности я стараюсь воздержаться. У нас так, знаете, один день повышенная влажность. На следующий день бамс и 30%. И вот в такие дни, когда 30%, там 28-30, можно
обрызгивать можно, и тепло. Можно брызгать, можно поливать. Так, няшка моя здесь продолжает цвести, но у нее вот здесь остался один бутончик. Няшка. Вот такая красота. Вот такая красота. Так. Вот. Срезала ж я ей один большой каскадный цветонос. Девочки, ну а что делать? Надо же спасать ее тургор. Так, позаворачивала листики. Ну, в общем, посмотрю. Вроде пока ничего. Нормальненько. Вот этот красавец. Но вчера я, конечно, его покупала в душе. Девочки там спрашивают, как вы... Покажите, как вы душуете. Девочки, ну как я душу? Ставлю это дело все в ванную, включаю душ, делаю температуру хорошо теплой воды, ну, чтобы было руке приятно. И душую. И душую. Потом стараюсь так сделать, чтобы здесь ничего не оставалось, если что, вымокнуть или вот так слить лишнюю водичку. Но она у меня быстро впитывается. И желательно душевание делать в первой половине дня. Это вот, девочки, обязательно. И если у вас 70% и выше влажности, то не надо никого душевать. Они сейчас вот при таком повышенном проценте влажности, они сейчас, можно сказать, получают вот эти ванны влажные через листву с атмосферного воздуха. Ну вот, им сейчас просто очень комфортно. Прям горшок тяжелый. Слушайте, может, там воды налилось? Я вчера не посмотрела. А ну заглянем. А, ну скапывает. Ну ничего, там чуть-чуть. Ладно, пускай пьет. Я как бы вот сливаю водичку. Она стекает, но потом все равно в кашпо немножечко. Слышите, какая красота! Какая красота! В кашпо немножечко натекает. Водичка с корешков, с грунта. Ой, девочки, делаем себе настроение сами. А что остается делать? После бессонных ночей, после всяких вот этих обстрелов, делаем себе настроение сами. Вот, девчонки, вот такая вот эта стоечка нарядная у меня здесь у сына младшего. Ну, мои уже не обращают внимания. Думаю, дай хоть с вами поделюсь. И, кстати, вот это ж моя... Девочки, я не знаю, но она на муколу похожа. Мукола ли это, не пойму. Какая-то вот она мультифлорка. Это у нее, видите, после зимнего цветения она дорастила. Тут три цветочка небольших. Вот, захотелось ей. Но я что посмотрела, она когда у меня раньше стояла на полке под освещением, не хотела расти, и нижние листья постоянно она как-то их желтила. Вот растит новый лист, желтит. Поставила здесь как бы в тенечек, она стала себя лучше чувствовать. Но вот она вот такой длиннющий лист вырастила. Видимо, света не хватает. Вот, девчонки, наглядный пример, когда мало освещения. Когда достаточно света, более компактные листики. А смотрите, какой огромный лист она вырастила по сравнению, такой длинный, по сравнению с предыдущими. Вот так. Увеличивает площадь листьев для того, чтобы больше схватить света для фотосинтеза. Вот так, но не желтит. В общем, я так подумала. Сначала думаю, может, ее опять убрать на более светлое место. А потом думаю, да ладно, пускай. Осенью я буду уже убирать затенение отсюда. И будет больше света падать ей. Посмотрим. Но пока он нормально развивается. Так, у меня здесь попугай доцветает уже. Уже такой вот некрасивый становится, некрасивый. Вот сейчас ничего не растит. Ну вот уже доцветет. Я надеюсь, он там не будет. А нет, что-то он там хочет еще. Вот это моя Joyride. Здесь такая стоит. Тоже уже все бутоны, девчонки, открыла. Такая замечательная, яркая. Вот она у меня вот такая малиновая, даже не малиновая, это фуксии цвет, да? Ой, плохо видно. Ну вот фуксия. Она у меня одна такая. Я просто недавно в заказах смотрела. Там был такого же цвета биглип. Но у меня хоткис есть. Вот тут второй цветонос. Посмотрите, где тот цветонос и где этот. У нее очень огромные цветоносы.
И, в общем-то, были фуксиевые такого же цвета, только беглиб был. Я что-то так смотрю, девчонки там накинулись. А я подумала, ну у меня есть Joyride. Зачем мне еще беглиб такого цвета? Вы слушайте, он намного темнее. Это свет из окна падает, и он такой. Один цветок какой-то вот такой поврежденный получился. Бутон раскрылся, вот он какой-то такой. Я уж подумала, не трипсаки ли это? Может быть, даже и трипсаки. Я пробрызгала. Мы ж там, девочки, все лето на вот этом биосредстве, битоксибацилине и еще одно там. Ой, я Октаверм или как-то, я его вечно забываю. В общем, я все лето пытаюсь как бы использовать, стараюсь, только биопрепараты. Слушайте, посмотрите на эту губу. Я не видела, девочки. Обалдеть! А ну здесь. Ну здесь не так. Здесь правильная. Правильный краб. Ой, господи, краб, край. Правильный краб. Посмотрите, краб, край. Господи, что со мной? Надо пойти кофе выпить с утра. Бессонные ночи во время обстрелов даются в знаки, как то кажут. Посмотрите на эту красоту. А, ай-яй-яй. А-ля-ля. Ну вот это вообще. Как будто кто-то, девчонки, сидел и вырезал ножничками. Это ж надо такое. Мне прям интересно стало порассматривать все краешки. Замечательный. Ох, я его люблю. Ох, я его люблю. Ну, красавчик. Слава богу, попался, знаете, экземпляр. Ну, сначала, конечно, такой стойкий. Вот все-таки большую роль играет то, какая орхидея будет вами куплена. Или дохленькая, или такая ядрененькая. Девочки, старайтесь особенно беглипы покупать в хорошем качестве. Особенно зимой, осенью поздней, когда уже холодно, когда их там переморозят. Не знаю, это большое искусство нарастить им корневую. Мужики не противны. Они любимые, но они настолько несговорчивые. В общем, я рада, что я с ним как-то так, ну, сказать, что подружилась. Не то, что подружилась, а немножечко я к нему так. Пожалуйста, будь хорошеньким мальчиком. И он меня радует. Все, девчонки, поделилась с вами этим своим восторгом, красотой. Но это мое место релакса, где я могу полюбоваться такой, знаете, кусочек природы в домашних условиях. Все, друзья мои, пока, обнимаю вас. Еще раз вам показываю эту розовую красоту, эту замечательную лепоту. Вот видите, тоже усач и этот усач. Два усача. У меня еще, по-моему, худкис усач. Да, девчонки, у худкиса что же, да? И вот эту красоту. Нежнятина. Нежнятина. Ой, какая нежнятина. В общем, скоро там распустится у меня один азиатский беглипчик. Там еще два бутончика лопнут. Покажу вам. Там такой красавец персиковый. Радуга. Так что ждите. Покажу вам радугу. И пару распусков вообще азиатских орхидей в размере 1,7. Все, девочки, ловите эти букетики. От меня вам хорошее позитивное настроение. Пока-пока, хорошего дня.